Здравствуйте, друзья! С вами компания Look Freedom, и сегодня мы показываем вам в восьмой раз уже один и тот же лохотрон, который меняет постоянно свои названия, но тем не менее никуда не уходит из поля нашего зрения. Это Money Rights. Здесь якобы находится сервис по купле-продаже интернет-трафика. И здесь можно как будто бы заработать от 30 тысяч рублей в день. Вот это вот заявление, оно очень, видимо, звучит заманчиво для большого количества людей, и поэтому лохотрон пользуется до сих пор очень большой популярностью. Ну, раз уж так, то давайте еще раз пробежимся по этому сайту, еще раз посмотрим, как же здесь обманывают, и, может быть, в этот раз уже как бы больше людей увидит вот этот вот обзор и станет меньше тех, кого можно обмануть. Итак, Money Rights, купля-продажа интернет-трафика. Сайт называется moneyrights.ru. И здесь объяснения какие-то по поводу работы платформы. Ну, вы, в принципе, можете это даже не читать, поскольку здесь ерунду какую-то пишут о том, что любой пользователь может сдать в аренду на одну минуту свой трафик и получить за это 30 тысяч рублей. Не верьте этой чепухе. Для того, чтобы пройти дальше, нужно что-то поставить вот в этой строчке и нажать кнопку «Оценить мой интернет-трафик». Начинается якобы какая-то работа по оценке интернет-трафика. Вот вы видите, закрутились какие-то колесики. И это, по мнению автора, свидетельствует о начале какой-то работы. Подбор покупателей как будто бы происходит. Периодически появляются всплывающие окошечки, которые нас подбадривают, поскольку в них написано, что какие-то пользователи, вот вы видите, получают хорошие такие денежки. И в это время нам подобрали почти 500 000 покупателей на наш трафик и даже написали потенциальный доход – 37 тысяч рублей. Нажимаем на кнопку «Продать интернет-трафик». И сейчас якобы начался процесс продажи нашего интернет-трафика. Здесь демонстрируются переходы на сайты покупателей. Все это действие должно длиться ровно одну минуту. Здесь вот вы видите, нам рисуют наш баланс. Он якобы растет достаточно быстро. Здесь, в принципе, все как всегда, все те же самые комментарии, которые, вот видите, дата меняется здесь каждый день, в принципе, и создается ощущение, что комментарии написаны только сегодня, то есть в тот день, когда вы находитесь на данном сайте. Ну и вот еще что меняется, это фальшивая компания, название, вернее, фальшивой компании, которая якобы представляет этот чудесный сервис. В данном случае эта компания называется M-Rights Group. Ну а ранее этот лохотрон назывался Money Smile, Money Times, Money Pride, еще как-то. Ну, если вы хотите, вы можете посмотреть все обзоры на данный лохотрон на нашем сайте. Итак, вот мы подошли к завершению. Якобы мы заработали 37 459 рублей. Но для того, чтобы нам выдали эти деньги, мы должны оплатить услуги платформы. Первая оплата равна 0,2 от заработанной суммы, это 75 рублей. Но если вы оплатите эти 75 рублей, то не получите, естественно, никакого заработка, поскольку его и не было. Далее начнется целая карусель с дальнейшими требованиями об оплатах. В общем, 15 раз мошенник будет пробовать обмануть вас, требуя какие-то суммы, и в итоге вы будете платить до тех пор, пока не поймете, что вас просто-напросто разводят. Итак, запомните, Money Rights – это лохотрон, никакого заработка на купле-продаже интернет-трафика здесь нет. А если есть желание, вы можете прочитать наш обзор, вот он в рубрике «С сомнительными методами», вы можете найти вот эту статью. В этой же рубрике вы можете прочитать все остальные обзоры на данный лохотрон. Ну а если вас интересуют проверенные методики, то проходите в рубрику с проверенными методами.
знакомьтесь с теми методиками, которые здесь собраны, читайте, изучайте. Если есть желание, то начинайте работать. Также не забывайте про рубрику с полезной информацией. Здесь собрано очень много материалов, которые помогут вам сориентироваться в мире онлайн-заработков. Также предлагаем вам подписаться на наш канал на YouTube, на нашу новостную рассылку и вступить в нашу группу ВКонтакте. Для того, чтобы перейти на наш сайт, достаточно сразу под видео нажать на любую из кликабельных ссылок. Друзья, если вам было полезно данное видео, пожалуйста, ставьте лайки. А на сегодня все. Всего доброго.